Добрый день, дорогие друзья, уважаемые подписчики. Сегодняшний ролик будет не по теме аккумуляторов, а на тему, когда дурная голова рукам покоя не дает. Вот когда не их делать, иногда занимаюсь херней всякой. Ну, вот сейчас делаю вот такой топор в подарок. Это топор обрабатываю. А топор, если здесь видно, 62 года, 11 месяц 62 года. И топор этот стоил рубль. Ну, немножко переделываю его. Посмотрите, какая сталь здесь. Блин, так не слышно. Блин, как бы. Вот так вот. Короче, звенит, как у кота, как стекло. Сейчас такой стали нет. Возможно, это та сталь, которая еще выплавлена с немецких танков и с какого-то оружия, потому что сталь очень хорошая. Так вот, для того, чтобы вывести зеркальную поверхность, нужно полировать, шлифовать. Использую всякие насадки, присадки. Вон две болгарки, шлифовальный станок. Но проблема в чем? Допустим, полировать нужно вот либо вот таким кругом на болгарку, либо вот такой полировальный круг. Кстати, еще не пользовался, но боюсь пользоваться. А проблема в том, что у болгарки очень большие обороты. И поэтому решил их немножко уменьшить, занизить и сделать регулятор оборотов на именно для болгарки. Мощность 900 ватт этой болгарки. И что для этого нам понадобится? Вот здесь всякий хлам у меня. Буду розетки старые использовать. Хочу поставить регулятор. Оборот, правда, он на 800 ватт рассчитан. Ну, я думаю, 900 ватт, ничего страшного. 100 ватт туда, направо, налево. Думаю, что он выдержит. Обязательно хочу поставить вольтметр, чтобы следить за регулировкой и делать какие-то выводы по регулировке. И запихать это все в этот ящик, в эту коробочку из старого холодильника. Так, ну что, потихонечку займусь коммутацией и по ходу буду включать видеозапись, показывать, как я это все делаю. А может, не буду показывать, может, запишу конечный результат, кому интересно. Промежуточные вставки. Ну, ладно, короче, по ходу пьесы посмотрим. Ну что ж, дырки готовы. Теперь займемся коммутацией. Вот так вот примерно это выглядит. Вот так это будет выглядеть. Займемся коммутацией. Начал собирать, начал скидывать сюда кучи, вернее, уже скидал. И на поверку оказалось, что вот у меня два штуки было регулятора, и оба сгоревшие. Оба нерабочие. В этом оказался сгоревший тиристор, вот такой вот. А здесь сгоревший вот этот диод. Ну, тиристоры проверил, тиристоры целые. Диод не стал менять, 800 ватт мощность, и решил двинуться по другому, немножко по другому пути. Слегка подумал, я иногда думаю слегка, и решил использовать регуляторы от пылесосов.
Вот у меня два штуки их от нерабочих пылесосов. Но этот здоровый, по габаритам он бы сюда не встал. И регулятор у него встроенный. От другого пылесоса, вот такой века или бека, лучший друг человека, выдернул регулятор, вставил штатное место, прикрутил на штатное место нашего регулятора света, который что-то проехал по магазинам, хотел новый купить. Блин, цены такие. Как будто они их сами в этом магазине делали. И решил использовать вот такие вот причиндалы. Но сейчас скидаю все до кучи. И будем делать попытки. Пробовать, что же у нас получилось. Ну что, друзья, вот такой получился у нас регулятор оборотов болгарки РОБ РОБ. Ну, кто-нибудь придумайте более шикарное название. Давайте будем проверять. Так, включаем в разведку и блять, а как бы... Так, наверное, сейчас повешу камеру на штатив. Так, поставил крышку. Ну, крышку, наверное, уберу, потому что неустойчиво стоит. Она вон с каким-то выебоном. Вот так вот у нас получилось. Здесь у меня произошел небольшой взрыв. Не убрал кислоту при пайке, вернее, после пайки. Рекомендую всем кислоту тщательно убирать, потому что может быть вот такая хрень. Так, ну вот примерно так все собрано, вот так вот выглядит. И сейчас будем, давайте, проводить испытания. Так, нет, крышка не в тему немножко. Ладно, крышку уберу. Так, ну, вольтметр, конечно, возможно, и не в тему у меня получился, потому что он работает только после включения нагрузки. Включаем болгарку. Ну, вот такие обороты у нас минимальные. Вот. Такие обороты для шлифовки, для полировки, мне кажется, само то будет. Давайте сейчас попробуем пополировать немножко и посмотрим, как оно будет в деле. Ну что, друзья, попробовал шлифовать, пока еще идет шлифовка. Отлично, великолепно просто. Вообще классно, но наждачка у меня это задрюканная. Сейчас буду делать новые округи. И сначала буду шлифовка тычкой, полторашкой и двухтычной. И потом уже полировать. Вот. Отлично, вообще.
вообще великолепно. Великолепно. Ну, не знаю, видно, не видно его. Сейчас камеру сниму. Так. Так, сейчас свет. Ну вот, как видим, отлично просто шлифануло. Сейчас этой наждачкой пройду все вот эти крупнички, поубираю и сделаю круги шлифовальные 1000-1500, и окончательная будет у меня 2000, и после этого уже будем полировать. Так что, друзья, получилось сделать из болгарки полировальную машину, полировалку. Иногда полезно иметь свободное время и от них делать, заняться вот таким творчеством. Ванька, всем добра, удачи, всем пока. А самое главное, берегите свои батарейки. Друзья, сделаю небольшое дополнение. Будет не по-пацански, если я в начале ролика показал замануху по поводу топорика. Вот получился такой томагавк. Осталось покрасить ручку, залить эпоксидкой здесь, и топорик готов. Вот примерно такой результат. А блестит на солнце, ебучий случай. Ну вот примерно такая штуковина получилась. Думаю, неплохой подарок будет другу на нюху. Ну что, друзья, на этом всем пока. Всего наилучшего.